По игре сегодня что? Ну, много уже комментариев. Забиваем вроде, немало забиваем, при этом много пропускаем. Отвратительно играем в меньшинстве, надо что-то делать. Ну, вам приятно сегодня вернуться на лед Уфа Арена? Все-таки два раза играли в команду. Всегда приятно играть, да. Удовольствие получаешь от хоккея. В чем сегодня сегодня обилие голов у вас в матче? По-моему, все 6 голов пропустили в меньшинстве. Еще раз повторюсь. Плохо играем, поэтому нужно что-то делать, что-то работать. У вас в матче с Борисом были шансы, там еще в первом матче, вроде бы, сейчас еще были. Раз. Говорю, в матче с Борисом у вас были шансы выиграть, вытащить игру, можно сказать так. С Борисом? Ну, первая игра была с кем у вас? С Самуром. Самуром, то есть, да. То есть, сейчас вот могли бы легко 3-1 ввели и ну да, ведем шутки, видать, расслабляемся, получаем ненужное удаление, и в том числе и я. Салават ничем сегодня не делал? Играют в своем стиле. Не знали, и, в принципе, ничего другого не ожидали.